По-настоящему это, наверное, была такая проба пера. То есть это вообще единственный полный метр, который мы сняли своей телекомпанией. Мы попробовали. У нас не было абсолютно бюджетов, то есть там многое сделано на энтузиазме. Работали ночами, вечерами, искали бесплатных актеров, там некоторых платных. Вот, то есть это была такая большая проба. Вот, я надеюсь, что очень здорово, что оценили. Мне кажется, сейчас вообще у всех сотрудников у нашей компании прям появится еще в 300 раз больше этого энтузиазма, и мы будем снимать в любом случае. Мы вообще даже не думали, что заявимся в ТЭФИ. Но потом, когда уже вот появилась информация, что ТЭФИ будет в Тюмени, финал будет проходить здесь, и мы как бы все сказали... Мы заявляли вообще несколько работ. Мы заявляли утреннюю там программу развлекательную и так далее, там порядка 10. То есть как бы мы, ну нельзя же, Тюмень, надо в любом случае показать свой труд. Вот, и видите, два представителя прошли финал, и вот одна победа, это мне кажется, здорово. Я думаю, это станет для нас определенным символом. У нашей компании есть один ТЭФИ, но мы получили его давно. Получила телеведущая Ольга Солоницына. И, ну, как-то там не очень давно, в смысле, но вот как-то мы так засиделись. А мне кажется, это вот какой-то новый этап в нашей компании. И это будет определенным символом, доказывающим, что все в наших руках, что потолка нет.